Доброе утро. С вами юрист Николай Попов. Помните, что ваше право можно защитить. Пришел расторгнуть договор страхования имущества по ипотеке, так как нашел более выгодную страховую компанию. Мне сказали, что правила страхования предусматривают, что оплаченные мною деньги возврату не подлежат, так как прошло более 14 дней. Законно ли это? Закон предусматривает, что от договора страхования можно отказаться в любой момент. Вот только страховая премия возвращается только в том случае, если необходимость страхования отпала. Например, вы погасили ипотеку и нет необходимости выплачивать банку кредит при наступлении страхового случая. Если же вы просто нашли более выгодные условия страхования, но ипотека продолжает действовать, то страховая премия возврату не подлежит, если договором страхования не предусмотрены иные условия. Поэтому в вашей ситуации страховая компания, скорее всего, предусмотрела в своих правилах 14-дневный срок для возможного расторжения договора и возврата оплаченной вами суммы. За пределами этого срока она вправе не возвращать вам деньги на основании 958 статьи Гражданского кодекса. Задавайте ваши вопросы по телефону, который видите на экране, с 10 утра до 7 вечера. Также вы можете посмотреть этот и другие мои ответы еще раз на сайте 1obl.ru в разделе телепередачи «Наше утро». И хорошего вам дня!